Нам кофейку сделайте. Экспрессы, да, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. Илья, считай, что самую большую оценку и практику ты прошел. Очень вкусно. Да. Учусь на втором курсе на повара-кондитера, и у меня всегда получалось кофе, но сегодня я приготовил его самому президенту. Это было очень волнительно, страшно как-то, но запомню до конца жизни.